И всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем проходить Оверлорд. Я где наш... А, служанки. Иди нафиг. Так, денег много, миньонов, в общем-то, тоже много, но потерять их всех пока что не хочу на прокачку нашей брони. И мы идем обратно в строительство храма. И мы видели там здоровенную каменюку, которая бродит. Который мне очень даже не на... Оу. Гномы? Окей, гномы. Что-то я даже как-то не предполагал их тут увидеть. Ну ладно. И ему видеть надо, он там здоровенный каменюка ходит, что мне не особо нравится. Пока вот так вот, и я думаю, шестерку таких. Мы перворожденные, мы не подходим для тяжелого труда. Так, заморозки второго уровня у меня нету. Не дайте нам умереть в служении гномам! Иди обычный заморозка, вот он хотя бы. А, идет типа... Одни камни. А где птицы? Где трава? Руби их, народ! Не дайте нам умереть в служении гномам! О, не волнуйся, не дам, не дам. Вы все умрете в служении мне. Мы строим храм для статуи, украденной у нас. Что за жестокая ирония? Какой ужас. И впрямь. Они могут бить нас, превратить в рабов, но мы никогда не признаем, что мать-богиня — гном. Гном. Мать-богиня — какой ужас. Тоже эльф. Как они могут верить, что это не так? Ну, как вам сказать? Мы строим храм для статуи. Ох, умолкните. У нас. Что за жестокая ирония? Ну что, мне убивать вас, Эльджи, сами сдохните. Скорее увидеть лес. Зачем мы спасаем этих чертовых длинноухих нытиков? Хвала матери богине! Кстати, я перепрошел, наконец, себе мышку. И так что у меня теперь все, по идее, должно быть нормально. Мать-богиня не оставила нас в беде. Ну, слушайте, они реально нытики какие-то. Мать-богиня, лис. Спаси, не дай нам умереть, бла-бла-бла. Ну, двигай, народ, двигай. Так вот, мне интересно, а зачем вот этот... А, ну, если только принести огонь, ну да. На, это у нас тут портал маны. Опа, можно синих найти. Мне бы все, кстати, зеленые бы не помешали бы. Кстати, убивая эльфов. Убивая остроухих! С них можно взять жизненную энергию. Гроза эльфов. А кто сказал, что я буду играть хорошим? Миньоны! На, принести мне его душу. Что, нет? Не дано? Синие, красные, бурые, все! Итак, отлично. Пора обломать ворота. Тут неплохо нас эта корда вооружена. И все равно, конечно, находится один тот, кто с дубинкой бегает и взрывает ворота у нас. Мне еще ведь нравится то, что они посылают именно самого бесполезного. Больно, наверное.
Что? Не сломались? После трех взрывов? Вот так-то. Четыре взрыва надо было. Крепкий гном устроит. Крепко. Надеюсь, тут-то теперь их них тварей не будет. Ага. Конечно. Оп. Не до черепаха. А ну ломай ее, народ! Камень стоит на дороге. Вот кто хочет сказать, где мы тут были? Мочи его! Где-то еще одна слышал, тварь. Так, там у нас толпа гномов стоит. И тут нас ходит здоровяк-тролль. Зеленые, красные. Мне вот нужны зеленые как раз таки. Ну-ка. Ну, чуваки, ну что же вы никак не можете по-нормальному раскинуть? Если тут вас поставить. Не забудьте про мой хитрый план, владыка. Это намек на то, что иди обратно мочи тролля. Я помню, я помню. Хитрый план. Синие! Зеленые! Нужно подобраться к статуе, господин! Ура! А, мочи гнома! Блин. Потому что я пьяный гном и впрямь, конечно, сила. Ух, блин. Нужно подобраться к статуе, господин. Ах, сейчас меня привалит. А, нет, не привалит. Ну ладно, сколько а нас? Я инвалид. Отлично. Несколько гномов у нас погибло. Синие! Зеленые! Красные! Буры! Не забудьте про мой хитрый план, владыка. Умолкни, черт возьми. Зеленые, вы мне нужны будете. И как же нам теперь замочить этого красного урода? И опять бихолдер. Но, похоже, им не дано будет получить статую. Как я и подозревал. Это воровка Юлия из эльфийского храма. Она все еще хочет наложить лапы на статую. А то. Как я понимаю, это хрень огненная. Так, ну а для начала, естественно. Новая вещица. Обожаю обновки. Эй, быков понесли! Все ясно, короче говоря, тут что тут надо сделать. Сейчас, дайте подумать, то как это все провернуть. То есть мы выпускаем одну хрень, а она нападает на этого. И мы совместно с ней мочим его.
дьявол. Мне нужны все. Скоро она будет ломаться-то. Просто мне-то одному легче будет вернуться от ее покатушек. Давай, ломайся, ломайся, ломайся. Оп, ко мне. И давай, катись к нему. Угу. То есть даже вот так вот. Оп, блин, все-таки задел. Мне так хочется подобраться, подобрать чертовы души. Давай, народ, ломай. Ко мне, ко мне. А, туда нельзя пройти. Оу. Мимо. Ладно, народ, все ко мне. Смотри, наполовину хитов осталось. Ломай ворота! Ох, сам, конечно, подставился, но это надо было, чтобы у него это влетел. Да ломайте его, блин, давайте. Не убивается. Не убивается, окей. Принято. Больно, да? А, еще кого-то снесло. Ко мне миньоны. Так, а трупак-то, надеюсь, он не воскреснет. Народ, донесите-ка дальше. Я вот так и думал, что там будут гномы. Либо еще кто-нибудь. Так, тащить. И где же мы тут выходим? Нужно подобраться к статуе, господин. Да подожди своей статуи, надо донести вещь. Она более важна для нас. Сейчас я хочу побольше себе миньонов. Потому что статуя подождет. Так, народ, не уходите так далеко. А, все отлично, да, там, портал? Нужно подобраться. Теперь вы можете расширить штат. 40, ой, 31. Ох, не нравится мне, что тут... Нет, до сих пор валяется. С ним ничего ведь не сделать нельзя. Статуя богини матери. Отлично сработано, повелитель. Перейдем к решающей фазе моего хитрого плана. Прикажите бурам забраться на статую. Посмотрим, что случится. Синие, зеленые, красные. Чем именно бурам? Как и гласят легенды, статуя полая внутри. Больше прихвостней, больше! Все! Что? Отлично! Уверен, Юлия вернется, как только увидит, что Берег. Сомневаюсь, что ей известен секрет статуи.
На чем ты вообще... В ее владение ваша свита выберется наружу и найдет подходящие врата. А сейчас покинем это место и дадим ей возможность сделать свое грязное дело. А-ха-ха-ха, вот в чем твой план заключался. Вот она что. Такой моллюск летающий. Тогда вы сможете выход какой-то. Границы империи зла. Разве это не замечательно? Очень даже замечательно. Оу! Эта хрень тут еще откуда? Стоять, а мы разве тут еще не были? Мы что-то уже были. Так, окей, я куда-то у нас вел другой проход, где была толпа гномов. Ну да, вот оттуда мы пришли. Ну-ка, посмотрим, посмотрим. Такие лопаты носят еще с собой. Наши маленькие миньоны. Еще один с лопатой. Постал прям-таки, постал. Теперь у нас 31 толпа. Эх, а ведь раньше было всего что 10. Да и зачем этой воровке Юлии вообще нужна статуя? Я просто думаю то, что вообще за статуя? Нафига она нужна кому-то? Чё за ней так ходится? Мана. Итак, окей, получается что? Мы с гномами все завершили? Мы нашли ихнюю чертову статую, у нас ее, конечно же, якобы украли. Но я думаю, у нас тут будет сражение с королем гномов там. Хотя у нас же еще осталась ведь крепость. Да, у нас там был еще один проход в крепости, помните? Так что я думаю, мы сейчас двинем туда. Я порталом воспользуемся потом. Такс. Вон проход, вон выход. Надеюсь, нас там не будет ждать дружная компания гномов. Хиты пополнялки. Нас, надеюсь, никто не ждет? Нет, никто. Отлично, народ, открывай эти ящики. Там еще и гномы стоят. Ой, блин, тут зелёные, еще эти бурые, остались. Реснулись, точнее, даже не остались, а реснулись.
напились. Ну а вот так смотри. Да господи, они падают по ним. О, наконец-то. Буры. Оп, сгорелся один. И он сдох. А второй? Ну, мне вообще-то красные нужны. Синие! Ну, бурые. Вперед. Бурые. И от этим давайте отнесем небольшой подарочек. По-моему, он его не донесет. Не донес. Так что давайте их подманим к себе. За мной! Мне показалось, и же они отступили. Ну ладно, хитов у них и так уже мало. За них еще двойные души упадают ведь. Путь закрыт. Король Голда прослышал о том, что свадьбу в небесной обители отменили. Он отправился в ангелическую цитадель, чтобы вернуть свои подарки. Повелитель, может, нам стоит найти способ помочь этому жадному гномику? Это в наших интересах. Надо убить сэра Вильяма, прозванного Паладином. Ясно, значит, проход у нас там закрыт. Интересно, как туда у нас-то попасть? Под мостом-то нас, наш повелитель, по идее, не может пройти? Или все-таки сможет? Не, не сможет. Ах, преграда, мост. Просто великолепно. Так, ладно, вернуться в башню. Не-не-не, ваша свита не погибнет, тогда уж нет. Ладно, пойдемте дойдем до прохода. Для вас, ребята, это будет пару секунд. Ну и тут, конечно же, войдем в портал. Итак, если, конечно, миньоны сейчас нам не найдут проход, то мы просто-напросто пойдем в небесный обитель. Добро пожаловать! Гнару, твои миньоны не нашли проход? Золотые холмы, проход. А что у нас там? Какие у нас задания там? Надо убить сэра Вильяма. Золотые холмы. Ага, то есть сэр Вильям у нас где-то там. На золотых холмах обитает. Через стоки можно попасть. Пища крестьянам не досталось. На стоп, ведь золотые холмы же это все-таки гномья территория. Я не помню там никакого прохода никуда. Почему тут карты нету? Ладно, пойдемте в башню уйдем. А, башня золотые холмы, перенес. Так, и сходим-ка в кузницу.
Все-таки немного прокачаем наши доспехи. Шлем, стальная булава, которую я там сделал, чтобы посмотреть, что такое там дают оглушение и тому подобное. Точнее, какие миньоны что дают. Ну, еще все, что 75 миньонов можно в нее всадить. Исцеляет, запас сил, запас магический. На дом 50 таких миньонов. Ну и, естественно, по полной таких. Ламе не нужна пища, хозяин. Ковать! Какого черта опять красные выбежали? Я этого не понимаю. Я, кстати, читал, что это есть такой глюк, то, что запихиваешь... серых плавильню и выбегает из-за этого красные. А, что нам отдало? А, мы теперь не посмотрим так. И при этом, кстати говоря, они именно идут именно как... То есть они не идут как наши красные, по-моему. Они идут просто как серые. Видите, у нас к тому же ни черта не появилось. Это, короче говоря, какой-то баг. Ладно, что у нас это было... Что нам красные дали? Увеличит запас магических сил. Полезно поработать молотом, хозяин. Отвлечетесь от дурных мыслей. Так это оружейное. Здесь хранится все во... Хотя с таким макаром можно было бы наш шлем прокачать и дальше. Если Гнарл еще раз фыркнет, получит щеткой по морде. Все возмущаются. Ладно, небесная обитель. Небесная обитель болота. И, кстати, ребят, я помню, что в небесном обители находятся зомби. Я знаю, как эти как с этими зомби можно расправляться. Так, мне нужны синие. Ну и немножко, конечно же, наших серых. Ну, забаррикады ломаются. Ну да, ломается, только там мост-то не опущен. Синие, зеленые, красные, буры. Неплохо. У меня все болит. Может, вырезать нафиг лагерь. Из города до того, как они его закрыли. Не хотел синие. Попасть в ловушку. Зеленые, красные, буры. Убивай всех! Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Крестьяне нас боятся уже. И от нас убегают просто-напросто. Все! Ух, один удар, он улетел. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Ломай, народ, ломай вещи. Забирайте деньги, бронику и оружие. Я даже не знаю, что лучше, сидеть там с теми или здесь с этими. Хороший способ излечить болезнь, тупо всех перебив больных. Я даже не знаю, что лучше, сидеть чёрт, там ты меня задолбал. Или здесь сын. С них ведь за это, кстати, деньги выпадают, за то, что мы их убиваем. Вы не хотите уходить из лагеря? Синие! Зелёные! Красные! Что за странное утверждение, что я не хочу? Я наоборот хочу. Буре! Дай, буры, ломай ворота.
Опс, взломали. Ну что, зомбаки, вы вставать еще будете? Или же с вас хватит? Похоже, что не будут. Синие! Синие! Так, кнопка. Синие! Зеленые! Красные! Синие! Ну, там еще один у нас проход. Или же что там? Воу-воу-воу, зомби, зомби, зомби! Ни хрена себе там зомби! Красные! Хозяин барин! Красные! Бурые! Синие! Зеленые! Красные! Бурые! Синие! Зеленые! Красные! Бурые! Синие! Ну, а синий-то тут будет ждать. Ну, давайте, зомби, покажите, что вы можете. Как жалко, что мои не умеют плавать. Ну, давайте, идите сюда, ну, быстрее только. Шевелите ногами. И вы говорите, с ними будет сложно справиться, ребят. Это ж просто-напросто легкотня. Ну, зомбаки, ну что вы-то встали, а? Ну пойдемте, давайте. Что, вас надо упрашивать, что ли? Да блин. Да, сколько все же двое бродит. Ну окей, все, тут все стоять. Да, 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 да. Ну я пойду посмотрю, что у нас там за проход такой. И куда он ведет. Ага. Проход у нас к лагерю, да. Ух ты, а это камни просто. Только сказать, я сказать, ух ты, сколько что-то этих валяется. Ящиков, а это оказывается просто камни. Так, куда у нас тут вот проход ведет? Я люблю вот так вот что-нибудь исследовать. Тем более, что обычно за это исследование получаем какой-то приз. Например, видев кучу сундуков. Так, да у нас тоже какой-то проход, я смотрю, есть.
По-моему, мы тут уже были. Тут мы выходили, когда мы взяли себя на службу синих. Тут нужны зеленые. Блин, слушайте. Интересное место. А, блин, ну идиоты, ну куда вы пришли, а? Так ведь не вынесет, а, нет, вынесет. А, тут у нас просто-напросто проход закрыт. Тут можно открыть проход к зеленым. Так вот, ни одного зеленого у нас нету. Брауны. Серые. Окей, куда я приперся, ребят? Там у нас скелеты, но они что-то охраняют. Увеличение хитов. Причем еще скелеты маги. Маговойны. Знаете, по-моему, такое ощущение, что я просто обошел с тыла какое-то место. Куда я должен был, в общем-то, пройти. Там все в огне. На самом деле, я даже не знаю, как сейчас быть, в общем-то. А, напасть на тех и попытаться отнять здоровье. Ну, а куда они его туда понесут потом? Жаль, тут спринтовать нельзя. Что у нас тут? Да, просто-напросто склон. Не так ли? Ну да, просто обход. Тут у нас какой-то рычаг. Ёлки, сколько ж там овец! Все! Это будет долго, конечно, ко мне. Я нашел то, что искал. А-а-а, вот оно как, мы просто-напросто сделали круг. Так, сейчас, зайдем. Чтобы у нас миньоны сбросились, а то у нас наши там где-то в ебенях стоят. И полетим вот так вот. И пойдем очищать небесное, ну, точнее, кладбище небесной обители. Сколько же тут овец? Пастуху пофиг. Назад. Что? Начал все-таки... Решил все-таки защитить своих овец. Их мне жизнь ему оказалась дороже.
А тут у нас что? Тут у нас прохода ведь нету? Но, к сожалению, нету. Так, складбище. Небесные обители. Ну или же не его, но все равно кладбище. Красные! Что-то как-то слишком уж тихо тут. Не находите, ребят? На, жучки. А теперь скелетов магов нету тут. О, новая вещица. Как-то это странно. Тут зачем-то можно провести их вниз, по стену, на стенке поставить. Красные! Надо уж его принести. Давайте, красная, тоже я огонь. Вы поправили здоровье. Хотя, по-моему, красная уже пофиг на огонь-то. И давайте им взорваться, блин. Зеленые, синие. Благо у нас есть хилеры. Один все-таки сдох. Ну куда вы прыгаете? Синие! Твою налево, а? Наверное, надо было побольше синих брать. Уры! Все! Красные! Меня тут немного нервирует этот огонь. На самом деле. Так-с. Это просто-напросто какой-то фарм душ. Ух ты ж, красного где-то убили там. Еще одного. Синие! Красные!
потушили. Ну а подобрать душу не... Оп, попали. Ну и так, ну что ж, придется... Ну что, мы тут, в общем-то, все сделали. Я не знаю, куда пропали эти скелеты. Может, они нас испугались просто-напросто. У нас ваза... Нет, на скамень. Я думаю, это ваза. Ну что ж, ребят, пойдемте прорываться в небесный обитель. И я, наверное, поставлю опять-таки на паузу, доберемся до того входа. И я включу запись вновь. Итак, и мы прошли в небесный обитель. Они мертвы. Взаправду? Такие уже не встанут и не начнут слоняться по окрестностям. О, я на это надеюсь. Тут не разгуляешься. Ну да, тут не разгуляешься. С этим согласен, портал. И всего-то 5 синих. Да уж, небогатый выбор. Суша. Там у нас реслка. Ну, реслка синих. Мне нужен. Мне бы реслку красных. Блин, ждать, пока они сами все это разнесут, конечно. Меня ведь проще все это ломать, чем им. Они у нас, конечно, превосходные пловцы и хиллеры, но бойцы из них никакие. Так, судя по фонтану для вызова, тут, скорее всего, можно будет спустить воду, что ли? Но просто-напросто топить, чтобы набирать таким макаром людей, я не собираюсь. Тут у нас дофига-дофига зомби. Так, а вот это у нас берется случаем не тут? Нет, случаем не тут. Народ, уходите. Сейчас вы мне будете только мешать. Классное заклинание, конечно. На самом деле, мне все надо бы прийти с огненным мечом бы. Ну как с мечом? Гагры, опять эти гагры. Знаешь, как там бахи у них вызывают. Ну тогда зомби мне, я думаю, будут не страшны. Что у нас тут? Грибы. Поворотный механизм, но без ручек. Там у нас крыса, там у нас какая-то хрень. А мне бы просто надо было просто набрать бы денег хотя бы 2 красных.
Эх, тут бы красных вот построили бы, они всех бы расстреляли. Ну, что у нас тут? У нас просто такой авиаспуск. Все ясно, в общем-то, как тут надо делать. Угу. Тут можно у нас воскресить двух наших миньонов. Но зачем мне те, кто... Хотя... Опять кладка яиц. Нет, мне для этого нужны красные. Мне все-таки красные сюда нужны. И тут много-много зомби. Ладно, ребята, я думаю, на этом мы с вами сегодня закончим нашу сегодняшнюю серию. Господи, сколько раз сегодня. Мы пробрались под город. И тут нет красных. Поэтому мне придется немного пофармить их, наверное, на арене, если там эфирами попадать души из убитых врагов. И заточить себе какое-нибудь оружие на огонь, чтобы тупо выносить это зомби одному. Посмотрим, может быть, это сработает, ребят. Ну а пока, с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео, ребят. Ну а пока, всем пока, до новых серий и до новых врывов, ребят.